Вообще-то, я не с ними. С кем? С теми, кто себя приковывал. Они были на дороге, раздавали круассаны. Я тоже взяла один, потом пошла за ними. Потом они приковали себя наручниками, и я тоже. Что будете пить? Пиво. Два пива, пожалуйста. Сделали это из любопытства? Да, можно сказать и так. Вы малость не в себе? Они там стояли, я хотела есть. Что в этом такого? Вы их не знаете, но доверяете им. Может, перейдем на пиво? Черт!